Всем привет! Сегодня мы подведем итоги прошедшей игровой недели. Что же интересного произошло за это время? Долгожданным событием для всех болельщиков стала первая победа команды Viplay. А также сюрпризом стала победа команды Tornado Rocks над командой Carpe Diem. И завершая череду событий, победная серия команды Na'Vi, которая после двух побед выбилась на первые строчки турнирной таблицы. Теперь давайте посмотрим на положение команд в целом. На первых строчках расположились команда Hellraisers, NSS и команда Na'Vi. Последнюю строчку наконец-то покинула команда Viplay, но ее место заняла команда Arcade eSport. Это были итоги недели. Ну а теперь давайте перенесемся на поле боя.